Всем привет! Дорога ведет на Дрожинку и в город. Мы вышли из пляжа Ковер, Массандровский пляж. Лестница, смотрите, какая. Резкий подъем. Это на Дрожинку идет. По ней сейчас пойду схожу туда, в сторону туриста пляжей. То есть там нужно купаться, вот там такие. Да, тут, короче, сложно ходить по Ялте. Вот поднялся немного и уже все. А вы мне, Наталья, сказали, что больше ходить, да? Отжиматься или что-то? Что там вы сказали мне? Да вот, по ступенька поднялся, опустился. Еще поднялся. Достаточно этого. Просчитай. Да я еще быстро поднимаюсь. Мне же надо везде кругом успеть поснимать. Время уже. Сколько, когда мы там? Сейчас скажу, сколько. Без 10:06. Это что у нас за здание? Актер? Да нет, не актер. Вот здесь, наверное, спокойно отдыхать. Вот всего-навсего, ну, где-то чуть побольше полкилометра, наверное, я ушел. И так спокойно здесь. Актер парта, парк-отель. Актер за забором. Улица Дрожинского, 35 находится. Пансионат написано. Актер. Такие мощные двери, да? Актер. Ну, там внутри хорошо. Кипарисы. Теннисный стол. Там внутри, короче, корпус «Чайка». Что там еще написано? Кипарис, олимпийский ресторан, кафе, чайный домик. Внутри там за забором у этого пансионата «Актер», парк-отель. Ну,
Да, тут, там больше не заглянешь. Больше не увидишь там ничего за забором. Идем дальше. Просто какая-то. С пробками беда тут. А. Такие пробки здесь. Да. С машинами здесь полная жопа, блядь. Можно так сказать. Я вот иду, машины на пятки наезжают. Они проехать, эти выезжают, другие заезжают, не могут разъехаться. Дороги узкие. Вот где хорошо, вот где спокойно. И никого, и ни души. Да. Да так все не прикольно. Я хочу хоть куда-нибудь здесь ездить, я бы нигде не была. Тут кроме одежды. Ну она и написала, что прям туда он так. А, нет, ну тут. Это уже какой-то третий поворот. Тоже машины кругом. Да. Третий поворот такой со спуском, с таким.